Я не злопамятный, я просто злой, и у меня память хорошая. Это юмористическое высказывание, к сожалению, применимо ко многим кошкам. Кошачья мстительность давно стала притчей во языцах. Каждому известна история другая про испорченную обувь неучтивого гостя или разодранные занавески хозяйки, отругавшей свою питомицу. К мейн-куну это нехорошее свойство натуры не имеет никакого отношения. Даже если расшалившегося питомца отругать, непременно за дело, конечно же, а не по причине плохого настроения, он не обидится и не подерет тайком любимое кресло хозяева. Напротив, он поймет, что был неправ и вернется в хорошее расположение духа, поскольку куны незлобивы и отходчивы. Говоря о характере мейн-куна, невозможно не упомянуть о понятливости представителей этой породы. Многие их поступки осознаны. Например, мейн-кун может научиться открывать комнатную дверь, нажимая на ручку. Его легко приучить к унитазу. У кунов отличная память, животное запоминает слова и интонации хозяина и реагирует на них соответствующим образом. Поэтому при желании их можно обучить командам и трюкам. В целом, куны очень любознательные животные, у них живой цепкий ум и развитая наблюдательность. Их интересует все на свете. Часто можно увидеть мейн-куна, стоящего на задних лапах, наблюдающего, что происходит за окном, или созерцающего монитор компьютера или телевизионный экран. Все, что двигается, мелькает и издает звуки – предмет неусыпного интереса кошек этой породы. Выбирая мейн-куна в качестве компаньона, любитель кошек должен знать, что в его доме появится необычный питомец, не вполне соответствующий традиционным представлениям о том, какой должна быть кошка. Он не будет погруженным в свой собственный мир интровертом, редко нисходящим до хозяина, напротив. Кунам необходимо живое общение, они многое могут дать человеку, находящемуся рядом, но и сами нуждаются в ответном внимании. Характер мейн-куна также уникален, как и его наружность. Кошки этой породы не будут самоутверждаться, шипя и выпуская когти. Они терпеливы и благосклонны к людям.